такого придумать. Если жена оставила вам в холодильнике красную рыбу, есть рисовая каша, что можно еще придумать и сделать? Пойдем готовить ужин. Че шипишь? Беги кушай, я тебе уже насыпал. Вот так вот остался один, а жена уехала. И говоришь, не надо меня, пожалуйста, ничего готовить. Я сам приготовлю. Вот, говорит, будешь ты тут, это, как обычно, голодать. Чего я буду голодать? Очень даже не буду голодать. Я со своим другой Крисой что-нибудь приготовлю поесть. Чего-нибудь вкусненького. Для этого много ума не надо. Бери вот такую вкуснятину. Огурчик, бери рис и делай. А когда сделаешь, просто ложи. Хорошо, хоть рыбку оставили. Ложи все это дело на тарелку. И кушай. Это же как будто бы настоящий. Ну и, конечно же, как будто бы настоящий соевый соус, который открыть невозможно. Но ничего, попробуем раскрыть. Соевый соус — это как майонез в нашей кухне, который любые макароны исправит. Так вот, даже хреновый, очень хреновый соевый соус исправит любую пародию на суши. Как-то так. Теперь, я думаю, можно включить сериальчик. Взять какие-нибудь учебные палки и поесть. Чего это я должен голодным ходить, спрашивается. Взял, намотал, заделал и все. Интересно, а что они там сейчас едят? Наверное, какую-нибудь вкуснятину. В дороге.